Всем привет! Я все еще в Астраханской области на рыбалке, на рыболовной базе на крючке. День второй. Вчера удалось немножко половить, ну как немножко, в принципе отлично. Кому будет интересно, ссылочку на видео будет вверху выскочит. Посмотрите это видео. Сегодня Леха грозился взять реванш. Вчера был просто разорван и уничтожен. Говорит, сегодня, говорит, я тебя обловлю. Ну, посмотрим, как это будет. Я вот уже в лодке, жду его, когда он придет. И мы отправляемся продолжать ловить астраханских судаков и щук. Погода, блин, сегодня что-то ветреная. Прям сильный ветер дует. Но, надеюсь, это не помешает нам наловить рыбы. Так что давайте устраивайтесь поудобней. Мы уже устроились поудобнее в нашей лодке и отправляемся на рыбалку. Погнали! Все, мы приплыли, заякорились. Ветер, конечно, просто пипец. Мы встали так, чтобы он дул нам в спину. Дядя Леша уже ловит. Вот. Ну а я приступаю. А начну я вот с такого релакса Техаса. Вчера он прям косил судака по полной. Ну и 22 грамма повесил. Ну что, первый заброс. Ох, как по ветру летит. Красота. Ух. Это 5 метров в секунду нам обещали синоптики, что будет ветер. Будем опять коронной проводочкой вести волочением. И вот она, первая поклевка. Да. О, есть. Ребята, прям на первом забросе. Надеюсь, примета у нас не сработает с первого заброса. Но с первого заброса медленное волочение по дну. Такой же, около килошный. Ну как, даже, кстати, сказал килошный. Иди сюда. Быстрее, 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 быстрее. Поднимаем. Есть. А-а-а. Ну вот, друзья, вот такой вот. Ну, грамм 800 судак. Около килошный. Клюнул прям на первом забросе. Только камеру отключил, думаю, сделаю проводочку, включусь. И тут же происходит поклевка. Ну а клюнул он на убийственную приманку, просто косит судака. Мне она прям понравилась. Ловим дальше. Второй заброс. Дядя Леша уже сказал, меня с лодки хочет выкинуть. Но это пока был первый. Смотри, Лех, с первого заброса обычно если ловишь, все, потом нифига клевать не будет. Плохая примета. Ловить на первом забросе. Есть. Ой, хороший лёг. Хороший судак. Ну, а, не. А? Уже пофиг. Сейчас сойдет, блин. Он за край губы взял. Ну, вот такой, ребятушки, очередной судачок. И опять тиога в деле. Второй судачок уже припаркован. В принципе, первый заброс поймал. И сейчас уже поймал нормально. Парни, не верьте ему, это все постановка. Рыбу ему под водой насаживаю я. Есть! Еще один. О, это хороший. А вот этот, Лех, хороший. Ну, есть.
задавил, да? Это, а это вот за подбородок, за низ. А этот придавил, товарищи. Релакс Техас косит судака один за одним. Ха-ха. А этот взял за подбородок, смотрите, придавил. Три раза пытался атаковать, прям три ударчика было, и вот на третий или на четвертый уже он засандалился. Подсек. Релакс Техас просто косит судака направо и налево. Не знаю, как это объяснить, но реально работает. Без удара что-то взяло. Ну что, судак. Что-то это, по ощущениям, куда-то он потащил. А? Куда-то он потащил, в сторону пошел. Поплыл бы в Казахстан. Тебя не запутаю тебе, нормально? Проходит. Сюда его подведем. А, что, подбагрился, нет? Это щука. Это, ребята, щука. Тоже соблазнилась на мой техасик. Но с подвисом сработало. Конкретно подвисло. Щучку давайте отпустим. Так, маленькая, плыви. Давай, позови покрупнее что-нибудь. Ну и опять эта приманка. Просто рвет на куски, провоцирует на атаку любую рыбу. Дядя Леша на меня смотрит косо, боюсь, он скоро меня... полетит из лодки в эту холодную астраханскую воду. После череды поклевок наступило у нас затишье, и поэтому пока затишье мы... Ребят, не верьте ему, никаких поклевок не было. 90% это все постановочное видео. Рыбу насаживаю я под водой. Вот, не слушайте его. Мы сейчас пьем чайку с бутербродами. И обязательно чего-нибудь еще поймаем. Давай, наливай чай. Горячий. С бергамотом. О, красота. Какой запах. Сыр с ветчиной, колбаска. Ну, все как полагается. Ладно, сейчас пьем чай, едим бутерброды и дальше ловим. Давай. Кого-то нам там поймал. Здоровый. Сейчас здоровый. Щукарь на 200 грамм, да? Я боюсь, это щука. Не, ну походу судак. Так удар был, как судака. Сейчас с ударом, да? Сюда сейчас болтыхаться. Да не все. Они все крупные, когда болты. Держи. Так, здоровый, я тебе говорю. Очень большой. Трешка к минимуму. Ну, судя по спиннингу, я бы тебе не сказал, что трешка. О, о! О! О, перед лодкой стал. Спиннинг вот теперь. О, щука! Ребят! Держи. Тихо. Бля, а подсака нету. Подводи. Есть! Вот это Леха, молодец! Ну чё? Хорошая щучка. О, Лёха, красавчик. Ну чё, на мою взял? Ага. Поставил мою приманку. Тёплый, да. Техас мой поставил и взял щуку. Да, хороший, вообще супер. На. О, есть. Снова есть. Блин. Заброс поклёвка. Без удара, все прям на подвисе. Не крупный, хоп. Ай, давай папочку позови папу нам. Маму, бабушку, прабабушку. Поклевка. Ну опять
под лодку. О, судак придавил. Так, судак придавил. Придавил судачок. Некрупный. Иди сюда. Хва. Вот такой вот. За подбородок. Они попробуют ли нам немножко укрупниться, поставить крупную резину и тоже медленным волочением попробовать что-нибудь поймать. Возьму, наверное, вот такое вот копыто. 4 дюйма. Ну что, отправляем нашу крупную резину. Давай. Судак, папочка, клюй. Копыта, четверку. За сход, сход, сход хороший. Хороший был, Леха. Хороший. Прям уже здесь у лодки. Прям удар. То, что больше кило, это было точно. Под лодкой. Прям почти под лодкой взял. И это кто? Щука, что ли? Куда? Иди сюда. Иди с этого борта. Мне с того не надо. О, тоже щучка, Лёх, хорошая. Хорошая щука. Дай лип-гриб, пожалуйста. Лип-гриб. Ну вот, такой щукарь, наверное, кило 200, кило 300. И копыта 4 дюйма. Иди, живи, тебе сегодня повезло. Блин, каждый заброс. Мне что-то нравится, это рыбалка. Кто это? Вы не говорите, что щука. Судак давай. Крупная резина в деле. Судак. Судак. Илюху зацепил, да, еще? Где-то я леску все отцепил. Иди сюда, судак. Судак и крупная резина копыта. Укрупнился и клюет точно так же, как и на мелкую. А вот это, Лёх, уже, блин, либо подсак приготовь, либо попробуй лип-гриб сейчас взять. Да, а? Выматывай. Я не знаю, что я начну, но что-то хорошее. Это хорошее. Либо подсак, говорю, либо пробуй лип-гриб. Походу судак, ребята. Песня. Блин, рюкзак мой ногам мешается. Возьмешь? А потом зажмешь, да, впасть и зажмешь. Блин. Я не знаю, что это. Нет, удар был, хороший удар, прям так. О, сейчас будешь тоже меня фоткать. С какой, с этой стороны? Стой, с какой стороны? Давай.
зажимай. Да не бойся, зажал бы это и взял бы. Защелкивай. Он сейчас уйдет. Все. О, есть. Ага, копыта рулит. Кстати, снимай сразу. Отпускай, отпускай, отпускай. Ты сними. Да отпусти, отпусти, отпусти. Настя, ты сейчас свет. Такие у нас две красотки. Писай про Леха, они прям одинаковые. Прям равны, как на подбор. По трешечке. Две по три. Класс. А я попробую вот такой вот кингшедик. Четверочку. Помню, как-то в феврале дядя Миша на такую расцветку судаков таскал, крупных. Посмотрим, вдруг повезет. Рыбка. Вот и кингшет сработал. Кто там? Призовой судак? Или небольшая щупакабра? Сейчас скоро узнаем. Вроде щука должна. Кабру кингшет тоже пришелся по вкусу. Не крупная, правда, пузатенькая, с икрой. Тоже давай отправляйся расти, давать потомство. Вырастешь, мы тебя поймаем. Второй рыболовный день, проведенный в Астрахани, подошел у нас к концу. В принципе, опять рыбалка удалась. Две неплохие щуки. Три плюс поймали. Много судаков. Судаки все, в принципе, не крупные. Много мелкой щуки. Клюет, в принципе, на любую резину. Любых размеров. И мелкую, и крупную. Я, в общем, рыбалкой доволен. Поклевки ощутил. Рыбку повываживал. Мне понравилось. Вам спасибо, что смотрели. Как всегда, не забывайте оценить, понравилось, не понравилось. Это самая будет лучшая благодарность автору мне. Ну и все. Всем пока-пока. До завтра. До встречи на рыбалке.